Здравствуйте, вы смотрите проект «В гости», и сегодня с нами один из красивейших мужских голосов мировой оперы, дважды обладатель премии Грэмми, знаменитый бас Ильдар Абдразаков. Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте. Ильдар Абдразаков, российский оперный певец, бас, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», а также дважды обладатель премии Грэмми. С 2000 года солист Мариинского театра. Международная карьера артиста началась в 2001 году, когда Ильдар в возрасте 24 лет дебютировал на сцене театра «Ла Скала». Тогда же началась их совместная работа и дружба со знаменитым дирижером Рикардо Мутти. Ильдар Абдразаков – постоянный участник постановки в ведущих оперных театрах мира, в их числе Нью-Йоркская Метрополитен Опера, Венская государственная опера, Королевский театр Ковент Гарден и другие знаменитые сцены. Я думаю, что для многих меломанов Владивостока это, знаете, просто как прекрасный сон услышать о том, что Ильдар Абдразаков во Владивостоке. У меня такой провокационный вопрос. Не карантину ли мы обязаны этому счастливому случаю, что вы оказались здесь? Ну, в какой-то степени да, потому что на самом деле в это время обычно я провожу в Зальцбурге на фестивале. Вот. Но так как Зальцбург сократил, ну из-за карантина сократил свои спектакли и выступления, то, к сожалению, постановка Бориса Годунова, которую я должен был петь, она тоже отменилась, она, вернее, перенеслась на 2023 год. Вот поэтому я сейчас по возможности приехал в этот прекрасный город, и в который бы я, наверное, может быть, и никогда не доехал, если бы здесь не было такого прекрасного театра, фестиваля, который здесь проходит, и маэстро Гергиев. Спасибо, маэстро, вам, что вы меня пригласили в этот прекрасный город, в этот красивый театр. И завтра у нас будет «Дон Карлос». Это одна из величайших итальянских опер композитора Джузеппе Верди. И вот завтра мы нашим составом, таким одним из лучших составов Мариинского театра, это и Сергей Скороходов, и Вячеслав Сулимский, и Ирина Чурилова, а вот и Маточкина Юля под руку, под палочку маэстро Гергиева будем исполнять эту прекрасную музыку. Кстати, если я не ошибаюсь, именно «Дон Карлос» же был еще на весну у вас запланирован, да, в Германии? И здесь получилось... Да, у меня должен был быть «Дон Карлос» в Дрездене и в Зальцбурге весенний, но, к сожалению, это все отменилось. И вот сейчас мы здесь. В одном из интервью вас спросил журналист, какие сцены для вас являются более сложными, как для исполнителя? Ну, такой довольно часто задаваемый вопрос. Вы ответили, что сложнее, наверное, выходить туда, где есть своя огромная традиция. Ну, такие сцены, как «Ла Скала». Там приходят специалисты. Специалисты с клавирами. Причем, может, и не в первом поколении уже. Да-да-да. То есть семьями туда ходят, то есть, да, в несколько поколений. И они приходят с нотами, они приходят с фонариками, они сидят некоторые и следят, что кто поет, правильно ли поет, те ли ноты поют. Вот. И это все, знаете, перед таким выходом, то есть нужно готовиться на 200%. Понятно, что мы, когда выходим на сцену, мы отдаем себя полностью. Невозможно петь на какой-то процент. Мы просто переживаем это все. Мы каждый выход на сцену – это как, знаете, какое-то преодоление препятствий. Вот, то есть нужно пробежать там спортсмену, ну, 100-метровку за 10 секунд, скажем, да, грубо говоря. Вот, мы ее должны пробежать. Не дай бог, там, хуже пробежишь, начинаешь уже думать, так, что-то не получилось, надо работать, надо где-то вот что-то сделать так, чтобы такого больше не было. И любой выход на сцену, где бы ты ни был, то есть это всегда работа, это всегда 100% должно быть. Поделитесь, пожалуйста, в паре предложений впечатлениями от репетиции, которая прошла вот не так давно, именно впечатлениями от сцены, от звука, от акустики. Да, хочу вас поздравить, что здесь очень хороший хор и очень хороший оркестр. Вчера была репетиция, и ребята молодцы, все очень стараются, чистенько играют, хор здорово поет, и солисты, итальянский язык прекрасный. Я вчера услышал, я даже подошел, поздравил ребят, говорю, здорово, потому что Италия отсюда очень далеко. Вот, и при этом прекрасное произношение, прекрасное звуковедение, и в стиле, в хорошем они все это делают. Это очень здорово. Вот, кстати, отойдя на шаг от оперы, от оперных спектаклей, я здесь буквально позавчера познакомилась с прекрасным вашим концертом, который вы сделали вместе с Игорем Бутманом. Он выложен на одной из интернет-платформ. Да.
Отлично. Он так и называется, по-моему, «Летний концерт». Чудесное собрание песен российских эстрадных, ну, джазовых. Песни, да, 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 да. Это был способ как-то найти самореализацию вот на время, совершенно когда верно. Вся жизнь в искусстве только, приостановлена. Только поэтому, потому что, ну, я бы, наверное, другого времени не нашел, если бы не было такого вот периода, когда все остановилось. И я подумал, что, ну, пока театр не работает, концертные залы закрыты, что-то нужно делать. Я подготовил несколько своих и любимых песен, и тех песни, которые, те песни, которые я давно хотел петь. И вот мы с Игорем Бутманом такой подобрали репертуар и сделали небольшой такой семейный концерт. Да. Вот так можно назвать. Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя? Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне. Вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Долгая любовь моя. Ни для кого не секрет, что у вас складывается, и дай бог, она будет складываться и дальше, прекрасная международная карьера. Если говорить в целом о тех певцах, которые только вступают на этот путь, на сегодняшний день от них требуется очень многое. Кроме очевидного таланта, нужна и внешность, нужно умение находить общий язык с людьми. Совершенно верно. И знание языков, и много-много-много. Да. Как вам кажется, вот какие слагаемые, ключевые? Во-первых, мне хочется сказать, что я много работаю с молодежью. У меня есть и фонд свой, и фестиваль мы проводим, и куда я приглашаю молодых начинающих ребят, и делаю мастер-классы. И приглашаю своих друзей и коллег из-за рубежа, которые тоже дают свои мастер-классы, которые участвуют в фестивале не просто как участники фестиваля, а также помогают, подсказывают молодым начинающим ребятам, как нужно себя вести на сцене, как нужно фразировать, как нужно петь, может быть, где-то какие-то... Ну, знаете, все же собирается из мелких крупиц. Вот, и когда по мелочи что-то подсказываешь, тут же меняется характер, тут же меняется звуковедение, меняется голос даже, меняется. Сейчас, когда уже директора театров, когда уже и режиссеры, и дирижеры, они не просто смотрят, ну вот, поет хорошо и все, да? Нет, сейчас уже смотрит, полностью комплект должен быть. Первое, конечно же, это голос. Если у тебя голоса нет, тебя никто никуда не возьмет. Вот. Голос, желательные внешние данные. Конечно, сейчас уже полных, ну, как бы, да, но все-таки предпочитают, чтобы это смотрелось хорошо. И если, ну, грубо говоря, Татьяна, которая в опере, она совсем девочка молодая, да, и чтобы, ну, ее пела молодая девочка, то есть для этого нужна оперная певица, которая была бы похожа именно на молодую девушку. Вот пусть ей будет там даже и 100, и 50, и 60, но если она прекрасно выглядит, если она хорошо поет, если она играет здорово, то в этом и это ее победа. Если молодой парень, начинающий певец, если он, у него здорово получается петь там, царей, да, скажем, уже пожилых людей, все-таки низкий голос, он подразумевает величественные партии, такие как Филипп, как Инквизитор, как Борис Годунов. Вот, если это молодой парень, конечно, я сначала говорю, не надо, может быть, это браться, когда совсем молодой, но если голос позволяет, то можно добавить актерского мастерства, можно добавить какие-то краски в голосе. К сожалению, у меня этого не получалось, когда я был совсем молодой. Поэтому я немножко ждал. Я больше пел Моцарта, больше пел Россини, такой итальянской музыки, где нужно было больше показывать голоса, играть голосом, характером. Вот. И Дон Жуан, понятно, что нужно было и актерское мастерство, да. Но Борис Годунов, это, допустим, это партия, которая
подразумевает в себе комплекс голоса, актерского мастерства, души, мысли. Знаете, там очень много всего в одном. Вот, для этого нужно время. И у меня, может быть, что-то получалось, может быть, и даже получалось, может быть, в меня верили, но я сам себя еще пока не видел в то время. Сейчас я уже, это буквально года два назад, я пою эту партию, вот уже после 40. А есть молодые ребята, которые в 20 лет, я знаю таких певцов, пели такие партии. Некоторые из них, к сожалению, на сегодняшний день уже не поют. И молодым хочется сказать: подождите, не торопитесь. Прежде всего, торопиться не надо. Вот. Ну и, естественно, надо заниматься актерским мастерством обязательно. Нужно смотреть, как поют. Нужно смотреть все. И хорошо, когда поют, и когда плохо поют. Потому что для себя нужно тоже как-то... Ну, ставить примеры, чтобы были, от чего отталкиваться, что-то брать интересное у одного певца, что-то не брать, может быть, что-то не нравится, и так не делать. Вот. Но это опять зависит от вкуса самого человека. Мне кажется, можно добавить еще два фактора. Это, знаете, везение, без которого никуда. Везение 100%. И сильного агента. Некоторым певцам агент даже и не нужен, на самом деле. Правда? Да, достаточно иметь секретаря. Угу. Потому что если у тебя красивый голос, если ты хорошо держишься на сцене, если ты все делаешь прекрасно, тебя увидят директора театров, тебя пригласят 100%. Агенты нужны, чуть-чуть подтолкнут для начала. Вот подтолкнули, и все. А потом, в принципе, потом ты уже полетел, и уже напрямую тебе звонят директора театров и приглашают. Или дирижеры, или режиссеры. В свое время в «Нью-Йорк Таймс» были такие строки комплиментарные. Там было написано: «В наше время половина мировой оперы говорит по-русски. И это, безусловно, лучшая половина». Это по-прежнему актуально? Интерес к российским артистам, к молодым российским артистам, к состоявшимся артистам, он также на пике? Да-да. Мы не теряем позиции? Нет, мы позиции не теряем. Более того, мы ее укрепляем еще больше. Отлично. Да, и слава богу, что сейчас есть возможность поехать в разные театры, и поставил визу и поехал, и это не проблема. И у нас прекрасные голоса, и у нас хорошая школа, и я очень надеюсь, что это продолжится надолго. В любой театр мира ты приедешь, всегда есть либо в оркестре русский, либо в хоре, либо на сцене твои коллеги обязательно будут кто-то из России. Я знаю, что вы работали со многими выдающимися дирижерами, но особое место в этом ряду, мне кажется, безусловно, занимает Рикардо Мути. И мне бы еще хотелось добавить Владимира Юровского, который, ну, мне кажется, один из самых глубочайших дирижеров, один из вообще уникальных, мне кажется, да, довольно молодых дирижеров. Вот однажды у меня был разговор с Марией Гулягиной. Она сказала, что для меня дирижер – это совесть музыки. Потому что тот, кто ставит себе задачу донести максимально точно то, что хотел сказать композитор, ну конечно, это дирижер, да. Да. Это вроде кажется, что, ну, выходишь, да, дирижер палочки машет, и да-да, это как-то все само по себе идет. На самом деле, это у дирижера это закулисная работа, огромная работа. Это когда он уже выходит, тогда уже все должно быть четко, как вот по ниточке. Огромная работа, да, и с Рикардо Мути, когда вот начинается постановка, то мы начинаем работать за месяц. То есть мы садимся в классе, фортепиано или рояль, пианист, певцы собираются, без хора, без никого. И сидит маэстро, у него его партитура, у нас наши клавиры, и мы начинаем работать. Такт, каждая нотка правильно звучат, где вздохнуть, где не дышать, фразировки строим. То есть это выстраивается все в классе. Потом, когда мы уже выходим на сцену, уже в костюмах, все, и мы тогда уже
не думаем о том, как нам, потому что это у нас, знаете, это, мы же не думаем, когда идем, правильно? Да. Вот, то же самое, мы уже выходим на сцену, у нас это все в мышцах, все в голове. Мы выходим, нам только нужно думать о том, что мы хотим выразить через свой голос, что у нас в душе. Вот, одеваем костюмы, ну, это как маска такая, да, и все, и мы идем жить той музыкой, той партией, той ролью, которую вот написал композитор. Зритель, который любит музыкальный театр, он, безусловно, чувствует особую магию, которая присуща этому, ну, или другому музыкальному театру. А у вас есть какие-то любимые минуты? Не берем те, что вы находитесь на сцене, вот какие-то особые для вас минуты в театре, когда вот все замирает, и вы тоже чувствуете какую-то определенную магию? Определенная магия – это когда заканчивается спектакль. Перед выходом на аплодисменты. Потому что ты понимаешь, что ты сделал свою работу, полностью себя выложил. И вот это доли секунды какие-то, которые, ради которых мы, певцы, музыканты, ради которых мы, в принципе, и делаем свое дело, наверное. Это вот прямое общение публики с музыкантом, с исполнителем. Не то, что когда ты выходишь и тебе аплодируют, а, так здорово, да, конечно. Но сам вот этот момент перед тем, как ты должен сделать два шага на сцену, такие они какие-то особые моменты. Вот. И первые два шага на сцену, когда открывается занавес. И вот и ты должен войти на сцену. Или ты уже сидишь на сцене, и вот ты чувствуешь вот эту энергию, вот этот вздох публики, дыхание зала, которое идет на сцену. Вот это вот два вот этих момента, которые... Это очень специально. Помимо того, что вы прекрасный исполнитель, насколько я понимаю, вы еще очень деятельный человек. Вы уже упомянули, что есть фестиваль, которым вы занимаетесь. Да. Вы как режиссер ставили одну из знаковых для вас постановок, это «Аттила», да. В Уфе у вас на родине. Игоря Бутмана и какие-то такие коллаборации с музыкантами мы тоже уже упомянули. Есть какие-то нереализованные мечты в профессии, которые, знаете, мечты-цели, которые стоят, знаете, перед вами? Когда я думал о том, что вот мне нужно будет, хочу поставить оперу, никогда даже такой мысли не было. Она мне как-то пришла совсем вот спонтанно. Думаю, почему бы мне не поставить, а почему бы не сделать? Это же интересно. Интересно, и мне кажется, у меня получится. Знаете, то есть я жил с этой мыслью, и я готовил спектакль, я готовил его, чтобы это было красивое зрелище. И с этим я жил, с этим я, с Ваней мы очень долго разбирали, как мы это будем делать, какие костюмы, с какими материалами он это будет делать. Потому что для певца, для нас очень важно, для певцов, в чем мы поем. Чтобы это были легкие материалы, чтобы это не было что-то тяжелое, и ты должен там 50 потов с тебя сойти, чтобы только, знаете, ты мог принести этот костюм. И так-то мы стоим на сцене, поем, у нас работает все тело, организм, и достаточно теряем много энергии на пение. Вот. А при этом, если у тебя еще тяжелый костюм, это, ну, это двойная, тройная работа. Мне как певцу, мне понятнее, что должно быть на сцене, какие должны быть декорации. Декорации должны быть такие, чтобы звук отскакивал. То есть, если мы поем даже спиной в зал, получалось так, что зрители слышали это. Поэтому мы сделали и декорации, такие у нас деревянные декорации. Это очень прекрасный... отражатель. Отражатель, да. Недаром все театры сделаны практически из дерева. Когда присутствует дерево, когда присутствует даже пластик сейчас, вот если на сцене он, то пол этот отражает. Это очень помогает. Я знаю, что в своих сольных концертах вы исполняли национальные башкирские песни, причем для европейской публики, да, для которой это была полнейшая экзотика, и привозили специального музыканта, который играл на национальном инструменте. Да. Это в Ласкало был. Это был, да, да. Первый мой концерт, сольный концерт на сцене театра Ласкало под фортепиано. Уже по завершению концерта я спел Чайковского, Рахманинова, ну, что-то из итальянского, что-то из французского. Вот. И думаю, ну, на бис что-то надо такое исполнить интересное, того, что там никогда не исполнялось. И моему концертмейстеру
пришла в голову идея Мзии Бахтуридзе. Она говорит: слушай, а может быть тебе национальную песню исполнить? Я говорю: о, точно, давай национальную споем, да. И потом я вспомнил, что когда-то давным-давно, когда я еще только начинал, мне папа говорит: слушай, вот было бы здорово наш национальный инструмент повести в Италии, чтобы вот в Италии о нем узнали. Я вспоминаю, я говорю: слушай, у меня есть прекрасный друг Роберт Юлдашев, он здорово играет на курай. Я ему позвонил, я говорю: Роберт, ты свободен в это время? Для тебя всегда. Я говорю: все, визу ставим, берем, значит, билет на самолет, прилетаешь, все. Он прилетел, взял еще зелян, это башкирский национальный костюм, вышел в нем, после, ну, уже на бис, и исполнил, просто исполнил мелодию. Сначала он, я его выпустил, я говорю: иди сначала, покажи, что такое курай. Когда он заиграл, тишина стояла в зале гробовая. Если муха пролетела, было бы слышно. Когда он закончил играть, были такие аплодисменты, у меня было ощущение, что как будто вот зрители пришли на курай, знаете. Это так было здорово, и когда потом мы еще исполнили несколько башкирских песен под курай, под фортепиано, вот, и очень было тепло принято публикой, потом в газетах написали, но это было, ну, какой-то фурор такой был. И, знаете, все вместе это было очень, ну, очень здорово. Нам обязательно нужно знать наши корни, потому что на этом, на наших традициях, на воспитании это дает нам больше силы, больше энергии, и это растит в нас, в детях в наших. Знаете, когда тыл есть хороший, то ты можешь и горы свернуть. В завершение нашей беседы хотелось бы не слишком серьезным вопросом это все завершить, поэтому спрошу вас, какой самый неожиданный комплимент вам доводилось получать от поклонников, и либо, может быть, комплимент был вполне стандартный, но произнесен он был каким-то совершенно неожиданным человеком? Я, может быть, про комплименты не буду говорить. Мне было очень неожиданно приехать первый раз, вот так как я приехал сюда к вам, во Владивосток, я вот первый раз приехал в Лос-Анджелес. И мне мой агент говорит: тебя будут встречать. Я говорю: хорошо. И меня встречала, значит, одна в возрасте женщина, американка, которая не говорила ни по-русски, ни на каком языке, только на английском. И она меня встречала, не поверите, без таблички. Она меня встречала с башкирским флагом. Какая молодец. Думаю, кто-то меня должен встречать. Я смотрю, башкирский флаг. И мне: я здесь. Ну, вот, вот, это было мне очень приятно. Потом она сама же села за руль и повезла меня домой. Там мы приехали уже, стояли угощения, и меня так вот очень тепло принимали. Я желаю вам и в дальнейшем чувствовать себя своим в любой точке земного шара. Буду стараться. Мне здесь очень все нравится. Я обязательно сюда вернусь, я обещаю. Прекрасно, мы будем ждать вас. Спасибо. Спасибо.